Друзья мои, всем привет. Зашел в сделку с небольшим опозданием. И вот немножко бы подождал буквально, зашел бы нормально. Ладно. А в общем, здесь придется установить чуть больший стоп, чем обычно, и чуть меньше тейк. Не очень у меня начинается неделька, потому что, блин, так я хорошо высыпаюсь на выходных, что, блин, потом такие вот ситуации. Ладно, а первая сделка на этой неделе с чуть большим соотношением стопа к тейку. Если сейчас все по плану, 130 баксов с этой позиции. Небольшой такой коллапс, ну ничего страшного. А бабки сегодня будут сегодня однозначно еще много сделок, на которых я 100% очень даже неплохо заработаю. Остается просто немножко подождать. А так как я сегодня припозднился, да, у меня сейчас еще час медитации. Я так погружен в эти истории. Всем рекомендую, очень спокойный планомерный день получается, если вы начнете медитировать. Все, в общем, позиция открыта, жду дальше, что там она мне принесет. Ну что ж, мне повезло, формируется еще один сигнал, поэтому у меня сейчас получится двойная позиция. И, собственно говоря, эту позицию я точно зайду по правильной цене, плюс-минус, там уже и сравняемся. Буквально несколько секунд ожидания. Очень хотелось бы по более выгодной цене эту позицию взять. Итак... Открываю. Оп. Оп. Сразу по двум счетам. Так, ну, по сути дела, конечно, получилось по одной цене, но для меня было важно зайти непосредственно грамотно, так как это предполагает стратегия миллионер. Итак, для этой позиции сразу выставляю стопы и тейки. Единственное, стоп я немножко подвину, потому что спред у нас, конечно, достаточно порядочный. Изымается, поставлю, в общем-то, по той же цене, что стоит первая сделка. Так, да, и так как у меня появилась вторая позиция, так как же тебя тут подровнять-то? А, так появилась вторая позиция, то тейк, соответственно, повыше сделаю, чтобы обе позиции примерно принесли мне $300 с этого движения. В общем-то, на этом моменте от меня уже ничего не требуется, я просто буду ждать получения прибыли. Что ж, блин, не успел я, в общем, зафиксировать момент подхода к тейк-профиту. Ну, в общем-то, 280 баксов, 290 даже уже заработаны. На вот этом импульсе, собственно говоря, денежку я заработал. Продолжаю торговлю. Сегодня, я думаю, будут еще сигналы, которые позволят мне зафиксировать этот чудесный момент подхода к тейк-профиту. Ну, тут мы его мгновенно просто схватили, поэтому тут особенно и записывать-то было, в общем-то, нечего. Ладно, ждем дальше. Суматошный денек сегодня получается. Не позавтракал, не помедитировал толком. Все бегом. И вот так получилось. Но в любом случае, депозит уже увеличен в 4 раза. И все это стратегия миллионера. То есть это буквально, какой у нас, 15-я серия всего лишь. То есть, ну, 15 торговых дней, мы увеличили депозит в 4 раза. Ну, это много чего стоит, я думаю. Сейчас мы четко ударились, кстати говоря, в уровень... По стратегии миллионер, который мы выстраиваем уровни, да, уровни контента. И, соответственно, сейчас уже рассматривать покупки я точно не смогу. Посмотрим, как себя цена дальше поведет. Поэтому думаю, что ближайшая сделка будет не скоро. То есть мне сейчас либо в продаже продолжать, если у нас получится то, что этот уровень, собственно говоря, цену не пустит дальше, да. Если цена этот уровень проломит... Да хоть как же они орут, пищать-то сегодня, а? Если цена этот уровень проломит, соответственно, да, у меня будут возможности уже заходить в покупки. В общем, грубо говоря, сейчас момент неопределенности, поэтому когда появится новый сигнал, я, честно говоря, не знаю. Придется отъехать по делам. Я очень надеюсь, что сделок пропущено не будет. Но, собственно говоря, в формате того, что у нас сейчас происходит с уровнем, у меня однозначно час или два времени есть. Вот такие моменты в вашей собственной торговле, когда вы будете торговать, тоже важно отслеживать. То есть ваша стратегия должна показывать, в принципе, плюс-минус, в какой момент вы действительно можете отдохнуть, в какой момент, наверное, не стоит ждать каких-то сигналов. Очень помогает в формате тайминга какого-то, тайм-менеджмента, того, как вы управляете своим временем. Вот, соответственно, сейчас у меня есть несколько часов для того, чтобы заняться своими делами. И я думаю, что сделок я упустить не должен. В любом случае, с телефона я буду мониторить, если будут какие-то позиции. Ну, откроем ее прямо с телефона, потому что стратегия миллионер вполне адекватна. Может применяться банально с вашего смартфона. Скачивайте любое приложение вашего форекс-брокера и, собственно говоря, зарабатывайте. Все, в общем, я поехал. Хорошего нам сегодня дня. В принципе, заработок и так уже неплохой, но так как это произошло буквально утром, за считанные минуты, секунды, да, хочется, собственно, еще несколько сделок открыть, чтобы этот день был... Ну, наверное, это, если сегодня еще пройдет 1-2 сигнала, то это будет самый прибыльный день
в формате сезона дневника Трейдуна. Посмотрим. Посмотрите, какая красота. Прям глаза разбегаются. Каждый год себе в машину еще новую игрушку. По-моему, пока рано, но уже очень хочется. Такие дела. Вырисовывается еще один сигнал. Сейчас подожду буквально несколько секунд и буду открывать позицию. Уже формация сложилась практически. У нас очень красивая история в формате пробоя уровня контента по стратегии миллионер. Возврата к нему у нас два, грубо говоря, тест. Раз возврат, два возврат. На втором возврате у нас сформировалась, собственно говоря, формация на покупку. Ну, буквально несколько секунд и открываем сделку. Это будет шикарный день, в который я заработаю очень-очень-очень много денег. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Открываем позицию. Немножко у нас спред захватился, но я думаю, это ничего страшного. Буквально немножко добавим. Плюс очень классная штука, то, что у нас стоп находится ниже уровня защиты. Ну, в этой сделке я просто не сомневаюсь. Итак, выставляю take profit. И, соответственно, жду своих $150 профита. Эту take profit я точно не пропущу. По делам съездил, полностью готов. Наблюдаю, проснулся. Полностью сосредоточен на торговле. В общем, ждем гарантированного профита. Стратегия миллионер. Стратегия, с которой вы зарабатываете миллионы. Итак, цена сразу же буквально с первого же бара устремляется к take profit. Я думаю, остается дождаться буквально несколько минут. Знаете, в офлайн работе часто ждешь несколько дней. Только трейдинг, та сфера заработка, в которой вы ждете свой доход всего лишь несколько минут. Ну, если это, конечно, стратегия миллионер, которая позволяет прибыль извлекать буквально за считанные минуты. Внутридневные трейдеры, там среднесрочные, конечно, нервно курят в сторонке. Все ближе и ближе мы к take profit, выходят импульсные свечи, очень резкие сегодня движения, прям рынок сегодня опасный, так сказать. Обычно, стандартно, так как-то по чуть-чуть подходит, прям резко, резкие движения, очень прям страшно упустить этот момент take profit, да, хочется все это красивенько записать, показать. Но он просто сегодня очень дерганный такой, бац-бац, просто боксер сегодня, а не рынок. Ударил, вернулся, отошел, вернулся, уклонился, нырок. Так, ну что, приходим уже в гости к Take Profit, остается буквально $50 до моих 150 баксов прибыли. Сейчас заметил, что была у меня возможность зайти пораньше, но пока ездил по делам, ее не заметил. Ну ничего страшного, всегда будут моменты в трейдинге, когда вы будете пропускать определенные позиции. В этом нет ничего страшного, этому нужно относиться абсолютно спокойно, только в этой формации вы сможете нормально дальше продолжать торговлю. А вот когда остается история переживаний, вот, блин, я бы там мог заработать, а если бы ДКБ, да, сейчас огромное количество людей смотрит, блин, почему я не купил стратегию миллионер, когда Антоха делал скидки, она стоила всего лишь 25 тысяч. Понятная история, если бы ДКБ, это, ну, такая история, либо вы переживаете за эту историю, либо вы просто берете уже и продолжаете, собственно, зарабатывать дальше. Я предпочитаю не париться из-за каких-то там упущений, которые я совершил. Любой человек ошибается, любой человек имеет право на ошибку. И это абсолютно адекватная история. Главное, чтобы вы внутри себя из-за этого сильно не корили себя и просто продолжали работать, зарабатывать дальше. Так, как это сейчас делаю я. Буквально остается $30 до take профита. Уже почти что мы здороваемся с ним. Так издалека, эй, привет, take profit, я иду к тебе. Он такой, здорово, я ужин приготовил. Только со стратегией миллионер, кстати, вы заметили, можно говорить о том, что вот они подходят, здороваются, обнимаются, заходят в гости друг к другу. Потому что тут такой момент очень классный. Вы открываете позицию, вы просто видите, что цена практически сразу же находится всегда в плюсовой зоне. Вы просто ждете, каким тихим сапом или быстрым там бегом, а спринтом, да, она его достигает. Очень красиво смотреть вообще за каждой сделкой, которая открывается по стратегии миллионер. Очень жалею, что сегодня с утра не получилось записать этот момент, но он достаточно очень быстрый был, резкий, наверное, как и сейчас. $10 буквально до take profit. Опять некие танцы с бубном. Понравишься, не понравишься, пройдешь ли тестик, да? И, соответственно, сейчас обязательно, конечно же, мы закроем $150 прибыли. Ну, так как пить дать, это же стратегия миллионер. С ней вы можете быть всегда уверены в том, что вы будете зарабатывать. Буквально остается $9 до take profit. Было уже 5, по-моему.
Все, сделка закрыта, $150, еще одни $150 у меня в копилочке, за сегодняшний день уже заработано $440. Это, я считаю, очень, ну это сейчас, на текущий момент, это самый прибыльный день, по-моему, по стратегии «Миллионер» за весь сезон дневника «Трейдуна».